Еще раз привет. Отличные фигуры, отличные движения. Супер, мы идем в правильном направлении, я уже вижу результат. Продолжаем работать над фигурами. Теперь мы коснемся футворка. Берем футворк, берем какие-то базовые фигуры, которые часто встречаются. Например, возьмем хук. Вот эта фигура. И мы изменяем эту фигуру. Например, просто меняем руку. Я называю это антихук. И теперь мы берем наше движение, где есть хук, и меняем его на антихук. Просто меняем руку. Допустим, базовый голдаун у нас превратится вот в такой. Либо возьмем 6 шагов. У нас здесь хук, здесь хук. И меняем теперь это на антихук. И то же самое мы можем сделать с другими фигурами. То есть, например, базовая фигура слинг. Да, опять же, тем же путем. Поставили другую руку. У нас получается совсем другая фигура. Интересная фигура. Я сам очень часто ее использую. Пам. Еще раз повторюсь, то, что очень важно думать, следить за фигурами, придумать интересные фигуры. И мы можем не только как-то менять ноги, руки, мы можем разворачивать корпус, голову. То есть пытайтесь придумать какие-то необычные фигуры. Наш брейкинг состоит из маленьких частичек, из фигуры. Если каждая частичка будет интересной, то и весь брейкинг будет интересным. Задание для тебя. Изменить какую-то базовую фигуру и показать эту фигуру в своих движениях. Это первое задание. И второе задание – попробуй то же самое, что я сделал в начале. То есть попробуй вставить антихук. Именно в свои движения, не в базовые, именно в свое движение. И показать мне сначала с обычным хуком и с антихуком. И мы посмотрим и сравним, что интереснее.